Всех приветствую. Это видео не для электромонтажников, а для любителей. Домохозяек, домашних мастеров и жековских электриков. Как крепить розетку в старую советскую коробку. Если розетка советская, то проблем нет. Или на распорке, или двумя саморезами. Если розетка Евро, намного сложнее. Диаметр советской коробочки на 10 мм больше европейской. Распорки короткие и из тонкой стали. Ими не распереть. Розеточка будет выскакивать вместе с вилкой. В еврокоробочку намного проще. Дополнительное отверстие под саморезы плюс распорки. Для того, чтобы закрепить в советскую, нужно наклеить две прокладочки. Можно из толстого картона. Можно из линолеума. Лучше было бы из советского, но под руку попал только вот такой. Вырезаем небольшие кусочки и смазываем клеем. Очень неудобный тюбик. Как-то нужно будет сделать свой собственный, специальный. Покрываем клеем обе стороны. Теперь клей нужно немножко подсушить. Ну вот, прошло минут 15. Клей высох. Теперь нужно соединить. Лишнее обрезаю. Вставляем розеточку в коробочку и закручиваем винты. Распорки расходятся, и острые шипы врезаются в мягкие прокладки. Теперь эта розеточка будет держаться долгие годы. Всем, кто на канале, спасибо. Ставьте свои пальцы. И всем пока.